Как определить эмоционального агрессора по внешним чертам лица? У такого человека будет определенная комбинация черт. Это скошенный лоб, тонкая верхняя губа, выраженные надбровные дуги, низкий короткий нос, вздернутые вверх плавные брови, большие выпуклые глаза, тяжелая узкая челюсть, скошенный подбородок. Будьте внимательны, этот тип агрессора опасен тем, что он может эмоционально негативно воздействовать на ваше состояние.